Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Туристический слет собрал более 140 человек. Встреча в рамках проекта «Старшее поколение». Первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон». На плановом совещании с руководителями подразделений исполняющий обязанности директора станции Алексей Лещенко сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Концерна 26 энергоблоков в работе, нагрузка суммарная 20 716 мегаватт. На Смоленской АЭС в работе первые и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2004 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 5 июля находится в плановом капитальном ремонте. Выработка электроэнергии за 14 дней августа составила 670 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 23 миллиона киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 12,9 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. августа Смоленский филиал Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» организовал 8-й по счету туристический слет на территорию учебно-тренировочного комплекса «Скалодром» вблизи Десногорского водохранилища. Его участниками стали ветераны и пенсионеры атомной станции, а также их внуки, которых собралось более 50 человек. Идея этого турслета объединить, и чтобы ветераны могли где-то находить возможность на природе встречаться, общаться, оторваться от своих дач, от своих домашних дел. За эти вот несколько часов, которые находятся здесь, они заряжаются энергией на целый год. Соревнования включали 5 этапов. Веревочная переправа, подвесное бревно, кочки, дартс и старинная русская игра «Городки». Вне конкурса старшее и младшее поколение могло попробовать свои силы в ходьбе на ходулях, игре в питанг, а также под руководством опытных инструкторов покорить скалодром, что вызвало большой интерес у молодежи. Самыми массовыми оказались «Городки». 80 человек соревновались в силе и меткости, бросая биту. Такие мероприятия сближают не только ветеранов, но и их детей, внуков, молодое поколение. Они смотрят, как с азартом участвуют в этих мероприятиях ветераны и заряжаются этим духом спортивным и с интересом участвуют в этих мероприятиях. Конкурс переправы мне очень понравился, потому что лазить по веревке и держаться можно же нечаянно и упасть. Все победители и призеры получили награды. А самым лучшим поощрением для всех стало замечательное лакомство – настоящий узбекский плов, который Амир Волков приготовил на костре. В нашем городе уже стали традиционными встречи в рамках проекта госкорпорации «Росатом. Старшее поколение». Одна из таких встреч прошла 10 августа во Дворце молодежи. Ветераны Смоленской АЭС встретились с руководством нашего города и станции. Отдав родному предприятию не одно десятилетие своей трудовой биографии, они и сегодня остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни, предлагают свои идеи по улучшению городской среды, ведут профориентационную и патриотическую работу с молодежью. По их инициативе в Десногорске появились такие замечательные скульптурные композиции, как «Стелла первостроителям», «Памятник святым Петру и Февронии». Все отмечают, какой у нас славный город. Это изюминка Смоленской области. И этот город, и станция, как говорят, сделаны вашими руками. Низкий поклон, что вы сделали для атомной отрасли, что вы сделали для Смоленской атомной станции. Заместитель главы муниципального образования город Десногорск Сергей Тощев ответил на вопросы, которые в настоящее время волнуют ветеранов нашего города. В основном они касались ремонта дорог, работы жилищно-коммунального хозяйства, наведения порядка в городе. Всем ветеранам были вручены значки и удостоверения «Гражданин страны Росатом», а также сувенирные наборы. Напоминаем, что в Десногорске проходит городской этап всероссийского конкурса «Слава Созидателям»,
цель которого – сохранить в памяти героические моменты великих строек страны, достижения первостроителей. Информация о конкурсе размещена на сайте Комитета по образованию Десногорска. Участниками могут стать ученики с 6 по 11 классы школ города. Записанное видеоинтервью можно принести до 10 сентября в Комитет по образованию Десногорска. «13 августа в Десногорске состоялось первенство Смоленска АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвященное Дню физкультурника и Дню строителя. Команда АО «Электроцентр Монтаж», команда «Атомтранс», команда «Смоленская АЭС Сервис», команда «Управление». Хочу вам всем пожелать заслуженных побед, успехов и хорошего настроения. От всей души я поздравляю вас, во-первых, с Днем физкультурника и Днем строителя. Всем путем под килем украдим дракона! Победители определялись по итогам двух заездов. В упорной борьбе мужская сборная Смоленской АЭС «Атом» в очередной раз подтвердила свое лидерство. Она стала первой на дистанциях 200 и 2000 метров. В женском классе лидировала сборная Смоленска АЭС «Фартовые чайки», опередив соперников на дистанции 200 и 1000 метров. Впервые на соревнованиях была проведена гонка «Карусель», которая уже давно практикуется в России. Команды, состав каждой из которых определялся путем жеребьевки, соревновались на дистанции 500 метров. Впереди у десногорских спортсменов гонка чемпионов, которая пройдет в Твери 20 августа. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.